строят мужики. Хотят достроить до вечера. И вечером хозяева уезжают. Хотят крышу уже доделать. И все. А нашу не знаю, когда они будут крышу делать. По-моему, опять все. Кидалово. Вы мне написали. Ириш, не отходи от них, пока не сделают. Да у них куча дел. Они реально сегодня уезжают, а у них еще конь не валялся. Так что наша крыша, по-моему, так и не сделается. Вот дверь покрыли этим как он называется, ДВП. И все счастье нам. Не купили ни пилу, ни топор, так что мы сами будем покупать. Вот такое утро. Времени 7:30. Они уже доски там выбирают. Там все доски сырые, гнилые. Они там несколько лет лежат под дождем на улице. Вот с такого строят. Сам каркас делали с новых. О, пришел кефирчик на диван. Ты че это сюда залез? Вот такой вот стал. Ушлый. Ты ко мне пришел? Ты ко мне пришел, мальчик? Мальчик. Халюсенький. Халюсенький. Андрей сказал, конечно, хочется мальчика. О, и кисуня пришла. Что? Что кисуня? Что кисуня пришла? Вот. Но Мишель нравится больше. Говорит, она как звоночек. Такая классная. Халюсенький мальчик пришел ко мне. И кисунчик пришел. А Мишель там что-то грызет. Что-то нашла. Сумчики мои. Кукареку. Вот такие друзья. Где же вы теперь, друзья? Однополчане, боевые спутники войны. Вот такая у меня развлекуха, мои любимые. Ничего, еще скучать буду, что никого тут нет. А сейчас пока еще полный двор. Красавчики. Еще одна пришла. На свое место, в свою мисочку. Ниночка сказала, ты туда в мисочку положи ей тряпочку. Зачем, Ниночка? Миска нагревается, горячая. Зачем ей еще тряпочка? Ей там замечательно. Ну, ему. А, кефирони. Кефирони. Халюсенький. Наелся и залез. Представляете, отодвинул доски. Мы поставили, чтобы они сюда на диван не лазили, потому что они грызут диван. А они отодвинули доски, все равно залезли. Ой.
Услышал. Чё все уже прыгает с дивана? Вот так вот подросли. А там солнышко прекрасное. Чё, Мишель? Надо закрыть. А, там попадали эти бревна. Так, чтобы они сюда не лазили на диван. Нифиг им тут делать. Все, идите. 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 Малявки. О, мужики там все в делах. В общем, куча дел. Цветочки прям горят огнем. Апчи, будь здоровы. Кисунь бегает. Первое октября, мои любимые. Поздравляю вас всех с новым месяцем. Сентябрь ушел в лето. Кефирони. Кефирони.